Всем привет, вы на канале Темный Рыцарь Геймс, меня зовут Дима, я продолжаю проходить игру «Убитая душа, подозреваемого». Я почти в третьей части игры. Я вам всем, друзья, желаю приятного просмотра. Наша главная задача – выйти из квартиры и заговориться, и, как говорится, заговориться, отправиться в церковь в поисках девочки, свидетеля, за которым как раз таки приходил этот маньяк, звонарь, который и убил нас, говнюк. Теперь падение фигня. Но высоты все равно боюсь. Есть, задача выполнена. Мы вышли с вами из квартиры. Найти свидетельницу. Как я, друзья, и говорил. Эта свидетельница моя единственная зацепка. Я должен ее найти. Думаю, она в той церкви. Да, в той церкви. Ай, погнали. Поникнуть в церковь. Вот тут далеко. Так. Демонов тут нигде не видно. Что это за фигнюшки? О! Что это? День, когда все потеряло смысл. Ого! Навсегда не получилось. И до сих пор жутко об этом вспоминать. Я практически сразу будто выпрыгиваю из тела и вижу себя со стороны. Она попыталась разнять двух незнакомых мужчин на улице. Один из них в ответ ударил ее ножом. Просто так. Она умерла, потому что хотела помочь людям. А убийца скрылся, если бы я и успел хотя бы на минуту раньше, моя жена была бы совсем иной. Все было бы лучше, и она была бы жива. Вот, друзья, и помогай после этого людям, а? Сукин сын. Жалко, конечно, жену главного героя. Так. Ведь правда, Бакстер его ненавидел? По-моему, это было взаимно. Ронан был мужик резкий, но Бакстер тоже не из обаяшек. Да, но ты что, хочешь сказать, ну, что он своего же убил? Это как-то уж... С этой работой я каждый день убеждаюсь. Люди способны на все. Так. Ага. Взаимная вражда. Есть подозрение, что Бакстер мог из ненависти убить Ронана. Мог. Ну, друзья, дальше мы узнаем, так ли это или нет. Так, ладненько. Все, погнали дальше. Так, демоны. Сквозь корабль я пройти не могу. Вот, а кто это? Ого. Честно, друзья, игрушка пугающая и одновременно интересная. Зачем ли, друзья, я понял пройти на стримах? Ну, потом подумал, лучше пойду на ультсплеем. Я долго, ну, давно хотел пройти ее, давно хотел постримить, но потом, ну, думал, ультсплей, стрим, и в итоге вот, когда, как говорится, решил восстановить ультсплей, и именно решил в первую очередь пройти эту игру. Долго думал, какую постримить, в какую игру пойти, ну, вы поняли, ультсплеем, и вот ее, как говорится, я вот и начал проходить. Так. Фото семьи сидит. Так. У нее был такой потенциал. Это событие страшный удар, особенно сейчас, и приняли. Смитовский колледж. Она уже должна была туда поехать.
Блин, извините, что я так читаю. Я, правда, не особо любитель читать. Так. Ой, блин. Выйти. Так, мы почти дошли до церкви с вами, а? Вот если бы призраки действительно существовали. Поверь, они существуют. Но лучше тебе их не видеть, а. Так. Могу вниз спуститься? Могу. О! Прикольно. Так, подожди. Где я? Свидетель так не видел должно быть. Глаза. Свидетель только мельком видел лицо подозреваемого. Однако, похоже, это был голубоглазый мужчина. Ублюдок. Я даже не знаю, как сюда попал. Я просто хочу домой. Если тебе помогу. Послушай, не знаю, могу ли я что-нибудь сделать, но... Похоже, тебе нужна помощь. Я не знаю, как здесь очутилась и что это за место. Не помню, что со мной случилось. Почему я такая? Извини, малышка. Но если ты здесь... Значит, ты умерла. Я так и знала. Слушай, у меня та же ситуация. Раньше я был детективом. Давай я осмотрюсь. Попробую найти то, что поможет тебе во всем разобраться. Я не знаю, с чего тут можно начать. Ты что-нибудь помнишь? Любую мелочь. Бывает, помогают даже пустяковые детали. Я помню, было много людей и шлюпку. Все напуганы, а перед глазами название «Манагансет». Уже кое-что. Поработаю с этим. Так, «Манагансет», как умерла женщина на берегу. Так, в общем... 5 зацепок. Окей. Нужно будет найти. Так, мне кажется, что игра очень громкая. Так. Яркость. О, общий уровень звука. Чуть-чуть потише. Громкость диалогов, музыка. Громкость эффектов. Подтвердить выбор. Отлично. Проникнуть в церковь, это мы проникнем. Не переживайте сегодня. Сейчас девушке поможем. А вот и некролог. Шлюпка перевернулась и затонула. Труп так и не нашли. Некролог, девушка, в нем сказано, что перед смертью она была на шлюпке. К тонущему Монреалу. Блин, ладно. Что она делала в шлюпке? Ну, думаю, мы это сейчас узнаем. Так. Свечи. Различные свечи. За годы здесь скопилось множество свечей, большинство похоже на церковные. Так. Фото в рамке. Фотография выживших после крушения Монреалист. Ладно, не будем читать это название корабля, я, скорее всего, неправильно прочитал. Так, осталось зайти. О. Записка. Нам будет тебя не хватать, ты настоящий герой. Ого, записка говорит, нам тебя будет очень не хватать, ты настоящий герой. Ого. Настоящий герой. Похоже, многие обязаны ей жизнью. Молодец. Просто молодец, спасла. Так, последнюю зацепку осталось найти. А только где? Так. Явно не тут. Блин, она молодец. Так, осталось последнюю зацепку найти. Последнюю зацепку. В
Нет. Таза. Так. Есть. При крушении Моноганцет она была не жертвой, а героем. Успела многих спасти, пока ее шлюпка не затонула. Она много значила для этих людей. Что-то узнал? Слово, что ты запомнила. Моноганцет. Это название парохода, который затонул в гавани Салема. Если бы не ты, многие бы погибли. Ты герой. Если я всех спасла, то как же я погибла? Нет, нет, нет. Ты спасла не всех, но многих. Твоя шлюпка перевернулась. Я не умею плавать. Наверное, я утонула. Мне жаль. Нет, жалеть не надо. Благодаря тебе печаль и страх ушли. И я горжусь собой. Если бы не ты, я бы ничего не узнала. Благодарю тебя от всего сердца. Рад, что помог. Правда, рад, что помог. Ух, класс, сделали доброе дело. Надеюсь, нам это зачтется, так сказать, в финале. Дела у нас пока нету. Еще можно спокойнее идти. Даже пробежимся. Опа-па-па-па. Табличка «История пиратства». Отсюда видна любая бухта. Каперов, действующих в этих водах во время войны за независимость и негласного разрешения континентального флота, в Салеме стояло много быстрых, хорошо вооруженных кораблей, которые нападали на суда Королевского флота Великобритании, пытавшиеся заблокировать гавань Бостона. Интересно, интересно. Да ё-моё. Я, конечно, классную игрушку за прохождение выбрал. Когда я не особо люблю читать, я выбрал у меня ту игру, где нужно часто читать. Капец. Я никому так больше не улыбался, Джулия. Вот он на пляже. Ты счастье, которым Джулия наполнила всю мою жизнь. Невозможно выразить словами. То счастье, друзья, извините. Неправильно прочитал. Да уж. Правда, класс. Жалко очень жену главного героя на пляже. Мысли Джулии. Фотографии на пляже получилось на удивление хорошо. Несмотря на то, что уже почти стемнело, особенно удачным был снимок на фоне заходящего солнца. Лица не видно, только четкий мужественный силуэт. Это фото запросто могло бы стать рекламой пляжей Салема. Блин, класса. Класс. Жалко, конечно, очень жалко жену главного героя. Когда ты в бегах, нужно укромное место. Место, где тебя никто не достанет. Но от вопросов не убежишь. Они всегда тебя настигнут. Мне нужно выяснить, где свидетель. Понял, что церковь есть. Так, одну улику нужно найти. Угу. Так. Птица. Угу. Ёбские демоны. Ага, я по-прежнему его люблю.
Такой уж он человек, ничего не могу поделать, стараюсь с ним не сближаться, поступать разумно, выбрать человека, с кем у меня была бы нормальная жизнь. Но постоянно думаю о Ронане. Я ничего не могу поделать, не могу. Это она, настоящая любовь. Так, демоны, 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 блин. Эти демоны. Девчонка сидит около, рядом с демонами. Мне с ней поговорить. Эй, эй, эй! Все нормально. Но не подходи к ним. Я больше не могла терпеть. Пришлось это прекратить. Эти руки рвали на части мою душу. Мой мозг. Они в глазах. Они пролезают через глаза. Все, 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 все. Успокойся. Ты просто бредишь. Что? Они пришли за тобой. Если у нее крыша поехала. Она озвучивает мои мысли. После этих убийств я чувствую себя беззащитной. Здесь точно безопасно. Вряд ли этот изувер посмеет прятаться рядом с церковью. Так, ладно. Господи, обрати к тебе и сердца врагов наших. Позавчера вечером мы вместе смотрели черно-белые гангстерские фильмы. Не могу поверить, что раньше он их не видел. Мне понравилась романтическая линия, а ему экшен. На следующий день я купила ему фруктовую шляпу. Сначала он смутился, но потом быстро к ней привык. Она ему очень идет. Думаю, он теперь никогда ее не снимет. Если же невозможно ожесточенным обратиться, то положи преграду зла и защити от них избранных твоих. Аминь. Аминь. О! Обещание, о котором я никогда не жалел. Женитьба на Джулии. Лучший день в моей жизни. Мы с самого начала знали, что все закончится подобным образом. Рано или поздно. Очень жалко, конечно. Блин, жалко реально. Так, 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 так. Я сомневаюсь, что что-то полезное от вас услышала. Сейчас многие молятся. Не только она. Так, не особо интересно. Ну ладно. Сюда он ведь не мог зайти, да? Не мог же? И, скорее всего, по этому маньяку говорят. Так, где же мне что искать-то? На второй этаж, наверное, подняться нужно, да? Так, так, о! Так, так, так. Она, как и я, считала тебя уродом? О, нет, 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 нет. Она ничего не знала. Зачем все портить? Значит, ты за ней следил? Кроме меня ее никто не ценил. Все эти мужики, с которыми она знакомилась в барах, свиньи. Я от них избавлялся. Ради нас. А один оказался тебе не по зубам. Нет. Они все были пьяны и беспомощны. Но один раз я за ней наблюдал. И въехал в сугроб. Выхлопные газы не учуял. Раз и я тут. Если честно, это просто великолепно. Никаких тебе стен и замков. Можно следить за ней. За каждым движением. Всегда. Да уж, я выпала. Так, так, так. Опа-па-па-па. Да-да. Нужно идти на второй этаж. А что у нас? Так, необходимо еще 10 до полной картины событий. Ёбские демоны. Опа-па-па. А, это птица. Побежимся.
А, уж не можем пойти точно сквозь это. Не можем, поэтому так придется. Так. Табличка, разговаривающий дом священника. Здесь стоял первый дом священника в церкви святого Бенедикта, сгоревший в 1902 году. Так, так, так. Куда же мне дальше-то? Так, ну тут нет. Ну-ка, могу телефон? А, могу спокойно спрыгнуть. Так, ну, скорее всего, сюда нужно. Ёбские демоны, как же мне... А, ну вот нафиг, а. Опа. Еще 9 нужно найти. Банши в часовне. Банши в часовне. Так. Не могу. Опа. Ну-ка, это что у нас? А, о. Чуть не пропустила, представляете? Так. Нужно будет все, стекляны, нужно будет все найти. Опа-опа-опа-опа. Что это у нас? Опа! Где вот же она? В той квартире что-то указывало на церковь? Так, так, так. На церковь, на церковь. Вот этот снимок, по-моему, если не ошибаюсь. Нет. Зараза, я же говорю, ты... Вот, 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 вот. Вот оно, есть. Отец, вы не могли бы меня ненадолго приютить? Конечно, дорогая, церковь всегда тебе поможет. Могу предложить старый чердак. Живи сколько хочешь. У нее комната на чердаке? В церкви. Надо проверить. Так, священник сказал, что она может пожить на чердаке. На каком чердаке? Так, ага, смотреть церковь, найти светильницу, есть. Путь на чердак. Так, ну, скорее всего, думаю, сюда нужно идти. Так, опа-опа, еще одна. Так, надеюсь, у меня получится найти еще все, так сказать, еще все детали ручка, так, необходимые. Так, блин, там эта козлина. Сразу демон. Я не могу телепортнуться, но он меня убьет. Нет, невероятно. А телепортнуться не могу. Блин. Так, 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 так. Ну-ка. О. Интересно, я могу пройти или меня все-таки до того? Фух, слава богам, могу. Фух. Кажется, чердак там. Пусть на чердак. Опа-па. Ёбский, блин. Дотели игры, молодцы, а. Прикольную игру создали, а. Так, там не войдешь. Там демон. Скорее сейчас нужно будет, а, скорее всего, точно нужно будет селиться в кошку, дабы я у Феди, моего друга Феди, видел прохождение, как миссию проходил, селившись в кошку. Так, 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 так. Еще необходимо 6. Так, где же, ну-ка. Ну, не знаю, Энджи. Брайан чудесный мальчик, но его семья другое дело. Ну, его мать, конечно, смахивает на гарпию. Но Брайан милый. Да, я тоже так думаю. Просто Шелли никогда не общалась с такими темпераментными людьми. Я боюсь, они будут на нее давить. О, Шейла, поверь, их ждет долгая и счастливая жизнь. Надеюсь, ты права. Вы же с ней дружите с какого? С 4-го класса? Кажется, ты знаешь ее даже лучше, чем я. Должна заметить, у нее был прекрасный образец для подражания. Дети у них родятся просто восхитительные. Спасибо, дорогая. Честно говоря, я очень мечтаю о внуках. Она ничего такого тебе не говорила? Ну, ничего конкретно.
Знаю, они хотят детей, но им нужно пару лет пожить вдвоем, насладиться друг другом. Конечно, я же не совсем эгоистка. Куда им торопиться? Они молоды. Надеюсь, моя свадьба пройдет без стресса. Быть добрым — это так просто. Но почему тогда все такие злые? Это да, я с тобой полностью согласен. Полностью, так сказать, с вами согласен. Так. Так, ёбский демон, а. Теперь на какую кнопку убивать Таваса? Так, нужно эту тварь убить, а. Я точно хочу убить эту тварь. Сейчас она развернется, и я ее попробую, по крайней мере. Только понятия не имею, какую кнопку надо будет нажимать. Тут надо будет же одновременно две кнопки нажимать. Зараза. Да, гребаный демон. Ой, ёбский стыд, а. Я забыл, что нужно удерживать кнопку, а. Пою Митя. Забыл совершенно, что нужно ее удерживать опять же. Ага. Зараза. Вонючий демона. Нужно было удерживать, я забыла. Зараза. Не, в любом случае нужно его убить, а, чтобы, знаете, чтобы спокойно туда идти и знать, что нет никакого козла. Эй, ты какого хрена? Так, теперь нужно S, теперь я знаю, что нужно S. И мышка правая, все правильно. И опять неправильно нажал. Зараза. Козёл, а теперь так, S. Так, получается у нас было... Получается у нас... Были все кнопки, получается у нас было сначала... В, потом А, теперь С, потом будет Д. Да как так-то? Я не понял ни хрена, какого хрена. Что за фигня? Я что за фигня, я не понял. Какого хрена? Я честно не пойму. Не могу же она поменяться. Да нет, не могу, а. Так, что это за... за... Что такое? Ты еще неправильно нажал? Зараза. Так, получается, нужно зажать. Сейчас, блин, капец, а. Выглядит, конечно, тварь это пугающая. Ничего не скажешь. Есть! Нужно зажать, теперь другая была кнопка, поэтому, блин, зараза. Так. Так. Нет, я не придираюсь, но честное слово, разве это центральная деталь украшения? Извините, мэм, но в заявке было оформить в пуританском стиле, без подробностей. Посмотрите, просто посмотрите. Это, по-вашему, пуританский стиль? Там пластик. А он разве был у тех, кто высадился у Плимутского камня? Вряд ли нужна такая буквальная точность. Конечно. Вы вообще не думаете, да? Пуританский стиль связан с природой. Он деревенский, но изысканный. В традициях Салема. Вся свадьба должна быть в традициях Салема. Это символ нашей гордости. Неужели вы не гордитесь нашим городом? Вообще-то я из Веймута. Моя семья не ирландская родня мужа. Мы, Уинслоу, ведем свою родословную от самих пилигримов. Мы поселились в Салеме в 17 веке. Это мы изобрели День Благодарения. Круто. Скорее бы все закончилось. Ну-ка, она что думает? Где понабрали такой персонал? Так, все, погнали. Так. Ёбский стыд! Зараза! Зараза! Скотина убил меня.
Опять заново, да ёбский стыд, а. Блин. Видите, друзья, что происходит, когда вы, как говорится, ну вы поняли, а? Хрень вылезаете. Блин. Ладно, черт с тобой, не будем тебя убивать, хотя я тебя хочу убить принципиально. Ты меня взбесил. Да сука, да как так-то, а? Да как так-то, ну, серьезно? Ну серьезно, как так-то, сукин сын, а? Я чуть не понял нифига. Нереально, ну как? Козлина. Понючка, ну как так-то, ну серьезно? А, давай ёжи! А, я не успел опять. Ладно, черт с ним, в принципе, не нужно его убивать. Ладно, друзья, не будем тянуть куда за яйца. Блин, камнюк, ладно. Кстати, пофигу на него. Но на самом деле нам не нужно, друзья, его убивать. Я так просто я захотел. Блин, козлина. Так. Как же мне дальше-то быть? Чтоб тебе было? Я, честно говоря, нет. Все-таки нужно его убить, а. Дальше же не пойдешь. Ведь его нужно, а. В любом случае, что тут не пойдешь. Есть, нужно зажимать, зажимать нужно именно эти буквы. Ага, чтобы я обнаружил демона. Я не обдираюсь, но честное слово, разве это центральная деталь? Ладно, прошу. Все уже не центральная, нам это не важно. Так, есть. Все, блин, нужно быть внимательным, я что-то немного тут, как говорится, расслабился. Сразу. Так, демоны эти, демоны. Ладно, не будем всех разговоров слушать. Что это с вентиляцией? О! Интересно. Ничего, сэр, это профилактика. По этим штукам могут разгуливать мелкие зверьки, а вот мы и проверяем, чтобы никто там не застрял. А если застрянет? Я бы не советовал говорить об этом на кухне. Это дело плохо пахнет. Так вот почему тут везде благовоние, да? Этот парень оценил бы, как мой мальчик играет в футбол. Такое ощущение, что они уже 100 лет вместе. Я даже не слушаю. Себя кого-нибудь в Дублине, а он встретился с... Они ожидают приготовления еды в таких условиях? Ника, погнали. Я встретил любовь всей своей жизни, а оказалось, она живет через дорогу. Поневоле поверишь в судьбу. Вот, круто, круто. Так. Футбол, смотрите? Я не только про патриотов, но и про местные команды. Ну да, бывает. Так, ладно. 4 года был квотербеком. Круто, круто, конечно, но не будем сказать, все разговоры слушать, а что-то очень будет долго. Будет даже они интересные. О! Поднимается. Поднимайся. Так, на какой же этаж она поднимается? Зараза. Так, демоны, просто я их боюсь. Этих демонов. Этих козлов. Блин, зараза, не успеваешь нажать, чтобы это... О! Кошка. Вот, друзья, сейчас мы будем с вами вселяться в кошку. Так. Необходимо найти еще 3. О! Так. Необходимо еще 2. Так, так, так. Хочу постараться найти тебя все уже. А тут немного осталось, что тут? Не пойдешь. Так, нужно вселиться в кошку. Это я понял. Ну-ка. Так, пока что нет. Пока кошку не вселимся, мы не... Так, как говорится... Так, так, так. Так, а, я тут уже... Блин, я мог сразу так пойти. Ебать, я даю, а. Капец, я столько такой крюк сделал, а. Так, нажмите. Ага, ага. Стандартно. И... Ой, да подожди, 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 где кошка? Вот. Так,
Так, подожди. Подожди, подожди. Я запросил. Так, по-моему, нажимается, понятия не имею, какой она нажимает этаж. Вот, прыгнули мы. Так, а дальше зачем? Да в том-то и дело, что ничего. Это прикольно, в пушку вселяться, конечно, да. Животных, а. Я фафигайся в боге или Харлика, тоже кто-нибудь вселяется. Уж тогда капец. Так, что ж тут делать-то, зараза. Ладно. Не поймешь, нифига. Ё-моё. Тут не поймешь. Так. Ну, прыгаю я. То, что я прыгаю сюда, это что мне дает? Тут я делаю, либо ничего не дает. Покинуть тело. Так, все. Спрыгиваем. Брейс, пошла. Так, 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 так. Ой. Это я не ирландская родня мужа. Мы, Уинслоу, ведем свою родословную от самих пилигримов. А кстати, когда здесь животные видят призраков, духов, так сказать. Так сказать, так вот. Ну, думаю, все знают, что животные видят всяких там, ну, призраков, все такое. В общем, так сказать. Вы понимаете, думаю, о чем я. Так. Пусть хоть так, животные любят видят духов, а мы их не видим. Ощущают их. И вообще их присутствие видят их. Ясно, правильно я иду, а? Чувствую, что нифига. Хотя кто его знает? Так, тут тупик, значит, скорее всего, да. Я правильно шел. Может помилка, чтобы они меня дверь открыли. Скорее всего, думаю, да. Скорее всего, думаю, нужно будет помяукать. Ну, не знаю, Энджи. Брайан чудесный мальчик, но его семья другое дело. А нет, дверь открыта. Ну, его мать, конечно, смахивает на Гарпию, но Брайан милый. Да, я тоже так думаю. Так. Так, 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 так. Так, окно, 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 окно. Я ж не могу так высоко прыгать-то. Это точно нет. Да. Да, за. Надо помнюкать. Так, вот сюда я прыгаю. Ну, иду я дальше сюда. Ага, вот оно как. Я даю. Так. Ого. Фига себе, кошка. Ну да, я, да, да, кошка умеет хорошо лазить. Так, молодец, кошка, молодец. Так, сюда. Давай, давай. Что там есть? Ты ее скидываем. Вот это, вот, друзья, и чердак. Твою медь, не жди демонов, а. Добраться до чердака. Есть. Дальше уже кошка не пойдет, если как я понимаю, да? Ну да. Спасибо тебе, огромная кошка. Так, теперь думает, надо куда идти-то. О, нифига себе, правильно пришел. Вот она, наконец-то. И почему я все время теряю ключи?
Как же до нее достучаться? Мне надо выяснить, что известнее свидетелю. Зря ли, как мне до нее достучаться? А? Влияние, влияние. Блин. О. Убирайся к черту! Фига себе! Ты еще раз меня селишься! Ты не имеешь права взваливать на меня свои так, проблемы! Хватит. Я разыскиваю своего убийцу, того, кто час назад чуть не напал на тебя, и если... Погоди-ка. Я удивлен. Ты меня видишь? И слышишь? А, черт, я понял. Ты же медиум. Похоже, я самый большой везунчик на свете. Нашел идеальную помощницу. И чего вы все время к нам цепляетесь? Помогать копам – это не какая-то там привилегия, а самая настоящая ловушка. Я не информатор, не партнер, не друг. Ничего вам не должно. Как, впрочем, и вы мне. Да-да, я все понял. Ты крутая, ладно. Но он круче. Ты видела, на что он способен. Он охотится на тебя или на того, кто тебе дорог. И тот, кто ему нужен, пусть радуется, что вообще еще жив. Я могу его остановить. А ты помочь мне в этом. Просто ответь на несколько вопросов. Мне жаль. С тобой произошло ужасное. И ты... Ты меня спас. Ладно. Что? Так, мне нужно выяснить, что известно свидетелю. Меня убили, когда я проследил за этим уродом до твоего дома. Интересно, зачем ты ему нужна? Думаю, этому уроду была нужна моя мама. А я ведь никто. Невидимка. Мы постарались, чтобы было именно так. Не все жаждут публичности. Давай быстрее. Нужна твоя мама? Но зачем? Она, как я, но нашла способ зарабатывать на наших способностях. Это могло привлечь к ней внимание. Скоро я свалю отсюда. Зарабатывать на способностях? Да. О, может, ты ее знаешь. Ясновидящие ее копы наняли. Составлять портрет. Убийцы. Прости. Я не в курсе. Сегодня я нашла это дома. Говорится про какое-то досье на звонаря. И точно ее почерк. Досье на звонаря. Наверное, в нем все ее записи по этому делу и, вероятно, досье в участке. Правда? Записка матери. Мать свидетельницы оставила записку немедленно уходя из дома, найти в участке мои записи и не возвращаться. Не возвращайся, это опасно, я постараюсь... Отыскать тебя, мама. Давай. Ну и где твоя мать? Наверное, умерла. Она бы меня никогда так не бросила, нет. Я не знаю, где она. Но тут замешан звонарь, это совершенно точно. Не зря он сегодня сюда приперся. Так, если он ее убил, зачем возвращаться к ней в квартиру? Я не знаю. Слушай, ну не накручивай себя так. Скоро я свалю отсюда. Ну ладно, что ты делала в своей квартире? Я там живу, Шерлок. Но
Ладно, жила. Пару дней назад моя мама пропала. Мы редко видимся, но раньше она не исчезала. Ну, вот так. Скоро я свалю отсюда. Моя свидетельница пропала несколько дней назад, и та понятия не имеет, где ее искать. Почему ты там не живешь? Потому что такие, как вы, вечно просят о помощи. Непременно хотят еще раз поговорить с близкими, разгадать очередную безумную загадку. Я люблю маму, но не могу долго жить в одном месте, не хочу, чтобы меня обнаружили. В детстве я тоже редко дома бывал. Знаю, это бесит. Детельница убежала из дома, чтобы ее не нашли надоедливые призраки. Ты раньше видела моего убийцу? Можешь хотя бы предположить, кто это? У вас, копов, совсем нет улик, что ли? Если вы спрашиваете людей про убийцу. Понятно, почему вам помощь так нужна. Я опрашиваю не людей, а свидетеля, чью жизнь только что спас. Ты в опасности. За тобой нужен присмотр. Копы умеют искать людей. Я нашел тебя и маму твою найду. Я готов взять твои проблемы на себя. Ни за что. Пойми, я, конечно, очень благодарна тебе за спасение, но твои проблемы твои, а мои мои. Вот они. Ну что, удачи тебе. Счастливого небытия. Эй, погоди-ка. Куда пошла? Погоди секунду, послушай. В этом замешана твоя мать, значит, мы должны работать вместе. Работать вместе? А что ты можешь? Ты труп! Отстань! Оставь меня в покое! Крик. Крик свидетельницы меня дезориентировал. Но как это могло произойти? Она явно что-то знает. Ее нельзя отпускать. Тут должен быть другой выход. Задача выполнена. Выследить свидетельницу. Свидетельницу нельзя упускать, только она может помочь мне найти звонаря. Так. Выяснить, что известно. Покинуть чердак. Друзья, мы покинем чердак. И на сегодня, друзья, наше прохождение, так сказать, завершится. То есть говоря, друзья, пускай так. Завершим нашу серию. Вот. Только что я все штуки другие не нашел, а? Зараза. Реально, все штуки другие не нашел. Кошка, ты классная, но... Ладно, ничего страшного, не нашел. Хотя хотелось, конечно, найти, но... Так, кошка. Спасибо тебе. Ты самая крутая кошечка в мире. Спасибо, кошка. Реально спасибо. Найти свидетельницу. Думаю, друзья, так сказать. В следующей части, друзья, мы, так сказать, продолжим, так сказать, ну, поискать. Так, будем искать свидетельницу. На данный момент, друзья, мы завершим сегодняшнюю серию. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока.